PC tomorrow. So, как же тяжело Back to Warcraft, so, только на них переключаются. Вот. Показывают Reforged. Странные бутылки, странные иконки, странный синий, блин, фон. Очень плохо видны количество ХП, количество маны. We've done all the comments already. So, what do we want to talk about first? Крайне непривычный интерфейс. So we haven't seen anything new from Reforged, right? Okay, it is Infi playing. А это Infi играет? Anything new from Reforged? Any news, right? Посмотрим, он должен расконтролить. Since every clan is picking up teams, maybe we should talk about Walker 3 Esports in 2019. И пошел рушить дома. Показывает и объясняет, что происходит. На всякий случай, если вы не очень далекий игрок, вот они были мирные, вот я вот их заражаю, вот они инфицированы в зомбарей. Вот, попробуй-ка меня останови. Я готов. Ну какая у него шея-то, господи, ну не бывает таких шей. У него шея больше по ширине, чем голова. Он на Олега Френа какого-то похож. Что это такое? Пластиковые волосы. I think so. It's kind of to be expected, of course. Reforged is going to be coming out next year if Blizzard sticks to their word. And if we can trust там маленькие иконки статусов, то есть они там не на плотном фоне, да? Я даже не вижу сейчас, чтобы аура работала. Ну, типа они там сливаются. Yeah, talking about that. So, these $700,000 will be split, though. It's not going to be one big tournament. Oh, okay, they're going to play at the same time. It's not going to be one big tournament. We're going to have, once again, two WGLs, as we have this year as well. Ну, играют, Reforged, окей. Okay. Да, Тигр, что-то в этом роде. That, actually. Super WGL next year, by the way, in January. Слишком много гелей для волос. Может, там на движке не сделать так. Ну, типа, слишком сложно, физикс какой-нибудь. Еще прорабатывать для каждого юнита, там, волосы еще просчитывать. Контролит бинды, все дела. И прям так... забыл одного зомбаря убить. Ха! Ну, бас. Точка сбора не там. This tournament is gonna have $215,000 prize pool. Yeah, it's pretty unbelievable. We've talked about it. Бонус. Вообще у нас один матч, но судя по всему будет изменение в расписании, потому что. Twice as much. Like the record is 100,000 by WGA. Потому что Fly где-то улетел. Не знаю, где он там. Как-то странные иконки расположены по грейдам. То есть, почему они в левом нижнем углу, а не в верхнем? Почему они по порядку идут? В общем, много вопросов по интерфейсу. Причем такой громадный портрет героя, который просто на себя все внимание переключает. Непрактично, короче. Привыкать придется. Но вполне вероятно, что... Это далеко не финальный вариант, и они смогут поправить еще очевидные вещи. Отбивается от гулей. Lucky Fortune or Lucky Future? Lucky Future, lucky right? Alright, I think that's very fitting for Warcraft 3, I guess. So these four teams will battle in the other three city tournaments. I don't really know how that's going его to обгоняет, work. Кстати, Мал'Ганис по количеству киллов. Сейчас вот только сравнялись. Three players per team. So Infi squad has to add two more players. World Elite has to confirm their roster. Обещали настраиваемый EU. Ну, я бы не стал верить обещаниям, потому что у Близов это постоянно так. У них огромное количество планов. Ну, то есть, сколько мы... И в том же самом StarCraft, и в Hearthstone ждали... О, встреча неплохая.
То есть планов громадье, а доделывают это спустя несколько лет, если вообще доделывают. Ты че, ты не сражаешься? Давай, давай, лечи, отводи футмена, лечи коня. Народу, конечно, очень много. Что это? Это Reforged? Обновление Варкрафта 3-го. Движок останется тем же, механика останется той же, только вот графика, Battle.net, в общем, то, что ж ремастер постигло в хорошем смысле, то и... Я думал, он сейчас резурок не возьмет. Воскрешай! Фиолетовая шкала прогресса по опыту тоже смотрится инородным. One of the cities is, by the way, where World Elite was founded, хотя, so makes sense. Хотя нормально. They will then play. Сейчас тоже опыт же набирается, шкала там тоже фиолетового цвета. Ну, резурект сделай. Это запись, что ли? Это запись. Эй, я думал, это Инфи играет. Короче, не будет сегодня Муна, друзья. Не будет Муна сегодня. Perhaps a little less famously, but yeah, that's kind of what we need. Like, yeah. We've had the same names for so many years. There's two big exceptions, which we are so glad for, 1-2-0 and Colorful. Как ты это представляешь? Kind of breaking through that, yeah, that threshold. Там of уже top 6 минут на счетчике. But aside from these, счетчик обычно был, ну, в другую сторону, типа, обратный отчет до игры. Yeah, we had life. А сейчас он только увеличивается. А, это другой игрок, я понял. Они параллельно проходят одну и ту же миссию. Так, 55-50, посмотрим, кого лучше. На перегонке играет. Я понял. О, ну бас! Рифла отдал. Him and 1-2-0 were like the two big towns. Colorful took a little while longer to get up there. Mm-hmm. He really was for a while the strongest knight of in the world, according to many. Yeah, he made Night Elf look really strong for a while. That's true. Че, ремастер? Нет, не ремастер, это Reforged. Last time we've seen him was а что с Муном? С Муном все хорошо, Мун на месте, а вот Флая нет. Yeah. Interesting question here. Ох, ополченца, спаси! Молодец, он доконтролил. Еще разок стенка на стенку. А у этого, кстати, шестого левела нет. Он в первый раз как будто встречается с... Будет. Там довольно приличное количество врагов. Ничего себе там лимит. Лимитище. За счет резуректа лечение как-то можно, наверное, тут отковыряться, но народу очень много. Рифла съедают там в конце. Что вообще, комп, что ли, победит тебя? Да. You can only be top level if you have a Korean team house in Korea. Of course, here we're going to be more focused on China. But if you have a lot of teammates, a lot of strong teammates, two or three, and you're all spending time together every day, able to practice, able to custom game, I wonder where that's going to lead these players as well. Absolutely. Просто убегает. Will they have coaches as well? Да. We heard that there's так, здесь все значительно лучше. У Малганиса 15, а у этого 50 уже. Видимо, из-за того, что он выиграл то сражение с ним. Не, Платинум, я не буду играть в WoW. О! Сосед. Кайф. And a lot of people, of course, they do work on the side or study on the side, but now with more money, with a salary coming in, some reliable income, you know. Рассказывает про то, что сейчас цены Warcraft Reforged будет оживать, исходя из тех инвестиций, которые Netizen сделаны на год вперед на $700,000. Так, это опасный момент, потому что... Да ё-моё, ребята, я прошу прощения за соседа, за который день нас с утра будет радостным перфоратором. Хоть кто-то работает, понимаете? Не все же в игрушки играть, правильно? Сосед дугает в Рок-Майне, да.
Так, чувствительность микрофона пониже. Не факт, что это спасет, я буду ближе просто к микрофону, так говорит. АСМРчик пошел. Короче, справляется, вы видите. Это у нас инфи, да? Справляется с этим Малганисом. Пытается хирокельнуть его, смотрите. Воскресить бы еще юнитов. Я не знаю, кто-то умер вообще у него или нет. О, Potion of Great Mana. Выкладывает этот артефакт, пропивает ману. Что, профессионал, что ли? There was always interest from Chinese side, from NetEase's side, to at least support Warcraft 3 a little bit. And now, of course, with what you see right here, with Reforged coming out soon, there is global interest in the game again. А вот тут другая совсем ситуация. 64 на 55. Артас еле-еле выруливает. Еле-еле. Ни хп, ни маны, ни хрена. Но он получает 6 уровень. Не доконтроливает рифла. И сзади новые прибегают. Что? Вы видели? Там такая подкрепа знатная. Ну что ж, Colorful, это тебе не за имбу катать. Да. Yeah, Moon and Lun are gonna be there as well. The Chinese side looks a little weaker. Oh, it's not on Liquipedia. Okay. But it's что, like какие вышки? WFZ is что, going to be there. TH, I think. Not too sure. Рифлы на кривой точке сбора. Идет защищать свою базу. Ему, по сути, нужно только парочку этих добычу леса. Решил сделать этот грейд, хотя у него 1200 леса. Зачем масонари нам? Лучше сделать апгрейд. Еще больше леса будет. Класс. Рефлады контроливает. Молодец. Да можно было бросить уже. Здесь нужно... As we said, да. Super WGL, походу, вообще не играл в компанию. Well, он, походу, вообще в Warcraft не умеет играть. Короче, инфа победит. Можно даже по итогам вот этой вот миссии сказать, что инфа чемпион. Well. Ну, понятно. Страты, думаете, не палят? С другой раз поэтому играют. Там уже 10-й паладин. Там уже 70 на 25, уже карту чистят. Ладно, не карту. Инфи кликает хорошо. Sound. 70 на 25, осталось там до 100 довести. Мы уже наблюдаем 13 минут, как два игрока на перегонки проходят Reforged миссию. Он еще, смотрите, скроллом так вверх-вниз. Наркоман. Компота, зачем? Тебя что, забанили ни за что? Они на новом варике будут играть. Новом? Да, конечно, на новом варике. И, ну, там готовы, правда, только две расы нормально. Ну, Альянс и Андеды, поэтому придется... Да ёпер СТ. Придется, ну, как-то подстраиваться, адаптироваться, можно сказать. Вот. Я умолкаю вместе с соседом. Руставели, добрый день. And I hope to have a packed house for the playoffs again. What I heard, though, from organizer side was that for the last 2 days, people may have to register to make sure that it's not overbooked, basically. But if you get in contact with us, I'm pretty sure we can get you in. You are past the deadline. If you are in Shanghai and if you want to meet us, would be a big pleasure, of course. So, if you guys have some questions here as well, feel free to ask them now. Please highlight us. Otherwise, we can't really see it. Add back to Warcraft. Квинк вообще ничего не пропустил. Thank you, by the way, for the subs. Vodka Modak for the 2-month resub.
кто там на Back to Warcraft? Вот комуняк за 3 месяца теперь подписки. Что ты там делаешь вообще? Еще подписывается. А, ёпарится ты. Господи, такой позор просто. And Slada Runyen BKB as well. And Jenny Prenzenberg, shout out to Berlin. 25 months. Perfect day for the anniversary, PogChamp. You guys are doing an amazing job. Have fun, boys. We have. So, questions are coming in. I hope I can do that. Do you know if the replays for the tournament will be released? Yes, they are partly released already on dz.163.com. We can also share the replay pack in our Discord later. We can go to this game. Так, все, выиграл, выиграл, yes. Смотрите. Right now, if you are in Shanghai. Is the ladder fixed? I don't really know. Projects for Grubby casting with you someday. We are totally up for it. Depends on him. When does the second game start? After this show match? Can you play Reforged with TFT CD or do you need to buy it new? You have to buy it for $30 on Play.